Друзья, всем добрый день! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Сегодня понедельник, готовимся к новой торговой неделе. Погнали! Американский доллар вернулся обратно в свой диапазон, в свой торговый диапазон. Да, вот тот выброс вниз, который у нас произошел, вот его уже чуть-чуть можно расширить вот так. Вот этот провал, он как раз произошел на панике, на том, что инфляция резко выросла, рекорды за последние 40 лет. Таким образом, инвесторы немного паникнули и сбросили американский доллар, так как высокая инфляция, это означает, что ценность американского доллара на международных рынках снижается. Дальше. Учитывая то, что текущая инфляция вроде как начинает идти на спад, да, Федрезерв будет реагировать и быстро и резко реагировать на изменения ситуации в экономике, в том числе и с инфляцией. У Байдена сильно падает рейтинг за счет того, что цены на все резко выросли и продолжают расти. Я уверен, что в ближайшее время они будут делать все, что возможно для того, чтобы обуздать инфляцию. Таким образом, американский доллар этот фактор уже пережил, этот негатив уже заложен в цену. Сезон отчетности подходит к концу, доходности уже крупные компании отчитываются, либо уже отчитались, и, соответственно, в ближайшее время они будут переводить деньги из других стран, где заработали, в США, таким образом конвертировать валюту, да, спрос на доллары вырастет, плюс не стоит забывать, что доходность по облигациям достаточно высокая, и это порождает спрос на активы, номинированные в долларах, таким образом спрос на доллары остается достаточно высоким. А вот по поводу евро этого сказать нельзя, так как доходность по облигациям, реальная доходность евробондов, она низкая, она отрицательная, и за счет этого и существует дисбаланс между доходностью немецких облигаций и доходностью американских облигаций. Спрос на американские превышает, соответственно, спрос на доллары также достаточно высокий. И вот этот дисбаланс и в доходности, и в монетарных политиках, и в программе стимулов, он до сих пор давит на курс. И я считаю, что будет продолжать давить. Хеджеры за предыдущую неделю увеличили свою шортовую позицию, шортовую ставку еще на 20 тысяч контрактов шортов. Да, 3 тысячи контрактов лонгов еще было взято, но 20 тысяч контрактов шортов. Таким образом, мы видим, каких позиций резко набирает обороты, шортовые обороты. И вот это движение вверх, вот этот выброс выше верхней границы диапазона, они использовали как раз для того, чтобы накопить шорт-позицию. Я считаю, что шорт-приоритет здесь остается, его стоит придерживаться. Если будут резкие выбросы к уровню объема за март 2019 года, может даже чуть выше дадут для того, чтобы собрать вот эти стопики тех, кто здесь продавал много, вот, то это все равно будет хорошая возможность поработать шорт как минимум до середины марта. По швейцарскому франку хеджеры также усилили свою шортовую позицию, не сильно, да, 1000 контрактов шортов открыли свежих и 2000 контрактов лонгов было закрыто. Таким образом, их позиция по чуть-чуть уходит в отрицательную зону. Хедж-фонды не спешат увеличивать свою позицию, не накапливают ее таким образом. Скорее всего, они не рассчитывают на какое-то направленное движение по этому активу. Для нас это хорошая возможность, так как швейцарец находится вблизи своего локального максимума, и с пробоем этого максимума образуется сбор ликвидности, образуется перекос, да, дисбаланс, и таким образом для нас это будет отличная возможность добрать позицию в спреде швейцарец против европейской валюты. Австралиец. По поводу австралийского доллара, на предыдущей неделе 4500 контрактов шортов набрали хеджеры, таким образом их позиция немного начала снижаться. Я считаю, что это временный набор, ну то есть это набор не с целью накопить большую шортовую позицию, это набор с целью застраховать себя от потенциального резкого провала. Потому что если американский доллар сделает хорошее движение вверх, резкое, да, австралиец тоже просядет. Вот. Добирать позицию по австралийцу есть смысл как раз с области лимитной поддержки, если сюда все-таки опустится, либо если появится такая возможность чуть пораньше, но лонг-приоритет здесь по-прежнему сохраняется, как и по новозеландскому доллару. 2000 контрактов лонгов, 2000 контрактов шортов было набрано со стороны хеджеров, таким образом нетто-позиция их практически не поменялась, и лонг-сценарий здесь тоже не поменялся. То, что дают цены более выгодные, то, что ситуация сейчас такая, что американский доллар в спросе и остальные валюты снижаются, это только на руку среднесрочным
трейдерам, так как они могут получить более хорошие, выгодные цены для входа. По новозеландскому доллару на этой неделе выйдут данные индекса потребительских цен, и что очень удивительно, аналитики ожидают, что будет замедление темпов роста инфляции, причем значительно, практически в два раза темп сократится. По всем остальным, к примеру, по австралийцу ожидается ускорение темпов роста инфляции, да, в США аналогичная история, в Британии тоже, а вот Новая Зеландия, похоже, победила инфляцию тем, что они первые подняли процентную ставку. Посмотрим фактические данные. Если это действительно так, это усилит ценность новозеландского доллара на международных площадках. Канадский доллар. На этой неделе Банк Канады будет принимать решение по поводу процентной ставки. С очень высокой вероятностью они поднимут эту ставку, так как еще на предыдущем заседании они говорили, что нам не так много времени нужно для того, чтобы принять окончательное решение. Вот прошел месяц, скорее всего, они уже примут решение поднять, так как все уже поднимают. Да, Британия подняла, Новая Зеландия подняла, Австралия в ближайшее время пойдет по этому пути. Напомню, что Банк Канады один из первых отказался от программы стимулов, от стимулирования экономики, и, соответственно, это тоже дал хороший толчок, хороший импульс для канадского доллара. Судя по сот-отчетам, хеджеры усилили свои шортовые позиции. Да, то есть они не просто закрывают лонги, они накапливают серьезную шорт-позицию достаточно резко и агрессивно. Я считаю, что это приведет как раз к снижению канадского доллара. Это не полный разворот, это просто более глубокая коррекция, может быть, как раз к началу вот этого восходящего импульса. И хеджеры таким образом, опять же, страхуют свою лонговую позицию, потому что лонги они не закрывают. Параллельно хедж-фонды агрессивно накапливают лонги. Да? Таким образом, у нас будет как минимум два драйвера для работы в лонг от более низких цен. Это хеджеры, которые удерживают свою лонговую позицию и будут закрывать свои шорты, а закрытие шортов – это лонг на рынке, и хедж-фонды, которые увеличивают свои лонговые позиции. Таким образом, будет интересно как раз коррекцию ловить для того, чтобы поработать на продолжение. Британский фунт 30 тысяч контрактов лонгов было закрыто со стороны хеджеров. Они полностью уходят из своей позиции лонговой. Плюс 6 тысяч контрактов шортов было. Они добрали. И вот здесь я считаю, что хедж-фонды, они, вот те, вот они набирают лонги. Да? Здесь им будет трудно. На этой неделе выйдут данные PMI. В Британии это предварительные данные. Они будут нам говорить о том, как чувствует себя экономика, как менеджеры по закупкам относятся к дальнейшим перспективам экономики. Ожидается рост, ожидается, что данные выйдут чуть лучше, чем за предыдущие периоды. Таким образом, настроение вроде как хорошее, но очень уж агрессивно хеджеры начали сбрасывать свою позицию и накапливать шорты параллельно даже. Поэтому здесь тоже может, как и по британцу, как и по канадцу, произойти более глубокая коррекция практически к текущим значениям. За это время и американский доллар подойдет своим локальным максимумам, там будет потенциальная коррекция. Здесь мы сможем поработать как раз в лонг. Но это перспектива нескольких недель, не в рамках этой недели, так точно. Пока что лонг-приоритет по британцу отменяется. Мы с вами в пятницу как раз говорили о том, что если хеджеры продолжат сокращать свою лонговую позицию, то здесь работать дальше в лонг будет более рисково. Хотя потенциально возможно, что на хороших новостях в Британии, на плохих новостях в США, а у них будут выходить данные по ВВП, да, Федрезерв будет заседать, что на этих данных цену и могут поднять еще чуть повыше, где хеджеры будут использовать эту возможность для накапливания шортов. То есть давление будет. Японская иена продолжает свое восходящее движение. Здесь и первая идея отработала себя в полной мере, и вторая идея поработать с коррекцией тоже отработала себя. Судя по сот-отчетам, 16 тысяч контрактов лонгов со стороны хеджеров было закрыто, и 6 тысяч контрактов шортов также было закрыто. Поэтому, учитывая то, что они уже сбрасывают свою позицию, я считаю, что дальше работать в лонг более рисково. Японская иена полностью отработала свою идею, даже два раза, поэтому дальше здесь пока что ловить нечего, пока не будет хороших дисбалансов, перекосов.
Спред между японской иеной и британским фунтом, он по чуть-чуть сходится, продолжается схождение. Жалко, конечно, что они сразу вот так начали сходиться, не разошлись еще чуть побольше. Но в целом заработать даже мало, это всегда лучше, чем заработать стоп, либо пропустить сделку. По валютам все. Давайте посмотрим криптовалюты, которые серьезно так просели за последнее время. И шорт-приоритет здесь также отработал себя в полной мере. Я считаю, что дальше уже шортить особого смысла нет, учитывая то, что в ближайшее время мы увидим отчеты MicroStrategy, Tesla и ETF-фондов, да, которые инвестируют в криптовалюты. И как раз на этих отчетах компании могут показать, что мы накапливаем лонг-позицию в криптовалюте по-прежнему, удерживаем, добираем, и тогда это будет хорошим бустом для крипты. Но пока основной драйвер, который давит, это сворачивание программы дешевых денег, доступных денег, да, и таким образом мы с вами знаем зависимость рынка криптовалют от темпов прироста, от темпов эмиссии. Темпы эмиссии сейчас катастрофически резко падают, поэтому и для крипты нет особого драйвера расти. Тестнет на эфириуме развалился, поэтому пока и вот этот потенциальный хороший драйвер для роста эфира, для силы эфира, и он отпал. Золото. Вот здесь интересно то, что по золоту рекордные притоки в ETF. Фонды, да, вот в GLD рекордный просто приток денег. Золото, скорее всего, ну, на панике люди покупают с расчетом на то, что это будет защитный актив в период повышения процентных ставок, в период падения фондового рынка, но золото давно не было защитным активом. С очень высокой вероятностью инвесторы также покупают золото как защиту от инфляции, так как инфляция на супергодовых максимумах за последних 40 лет. Таким образом, пытаются застраховать себя от этой инфляции, покупают золото, чтобы не хранить деньги в долларах, в фиате, в любом из фиатов. По поводу золота. Высокая доходность по облигациям, она в любом случае будет давить на котировки золота. Позиция у хеджеров хоть и немного стала меньше отрицательной, но все равно она резко не прирастает. То есть они не используют текущие возможности для того, чтобы резко накопить позицию. После такого провала, да, они подкупали немного, но сейчас уже, как мы видим, их темпы прироста лонговой позиции, темпы увеличения лонговой позиции сильно снизились. Таким образом, я считаю, что золото хоть и имеет потенциал на еще небольшое движение, но это движение, оно будет краткосрочным. Более перспективно, более надежно работать в шорт. Нефть пока топчется в районе локального максимума, ни вверх, ни вниз, но здесь только начал расторговываться новый контракт. Пробили предыдущий хай, сформировали пин-бар с большим объемом верхней части свечи. Здесь и небольшая контратака продавцов была. Но все складывается пока в пользу шорт-приоритета. Серебро. Хочу отметить, что началась дивергенция небольшая. Да? То есть мы видим, что объем покупок по чуть-чуть снижается. Объем, да, а вот количество покупок продолжает по чуть-чуть подтягиваться вверх. Таким образом, появляется уже дисбаланс. И вот как раз этот дисбаланс, он и приведет к тому, что у нас на рынке сформируется вершинка. И эту вершинку стоит использовать для работы в шорт. Может, даже чуть более интересно, чем работы по золоту. Фондовые индексы. Давайте посмотрим фондовые индексы, которые продолжают снижение. Хочу обратить ваше внимание, к примеру, на NASDAQ, да, по которому открытый интерес на падающем рынке активно очень растет. То есть это говорит нам о том, что топлива в рынке достаточно для дальнейшего движения вниз, что участники рынка накапливают свою шортовую позицию. И открытый интерес по Dow Jones, по которому открытый интерес снижается на падающем рынке, что нам обратно говорит о том, говорит нам об обратной ситуации, о потенциальном росте. Также хочу отметить, что по Dow Jones на минимумах достаточно серьезно распродавали, и этот объем пытались удерживать. Да, скорее всего, это были слабые покупки, и более серьезные лимитные покупатели будут проявлять себя чуть еще пониже, вблизи, на обновлении текущего минимума. Но в любом случае, я считаю, что Dow Jones будет показывать чуть лучше динамику, чем, к примеру, тот же технологический сектор, за счет того, что все-таки спрос на материалы, да, для инфраструктурного плана Байдена, он необходим.
Так, из интересного по поводу сезона отчетности, да, 24 января компаниям можно будет возобновить байбеки. Таким образом, это будет отличная поддержка для фондового рынка. И чем ниже он сходит, да, тем с большей вероятностью у нас появится серьезный покупатель всего вот этого объема на продажу, всего предложения, которое будет в рынке. Поэтому не удивляйтесь, если сегодня с открытия цены по некоторым акциям просто очень резко вырастут. Когда появляется крупный покупатель в виде самой компании, это серьезный буст как раз для этой компании и хорошая поддержка. Давайте посмотрим еще спреды, что интересного было. У нас в лидерах британец по-прежнему с 2% ростом с начала фьючерсного контракта, а вот аутсайдер это новозеландский доллар, поэтому здесь тоже есть смысл присмотреться к спредовой торговле новозеландец в лонг, британец в шорт. SWOT отчеты и в целом объемный анализ подтверждают эту торговую идею. Швейцарец против европейской валюты по-прежнему находится плюс-минус в одном диапазоне. Пробой максимума по швейцарцу обозначит для нас точку спреда. В принципе, она уже есть. Ее уже можно использовать, так как евро находится вблизи локального минимума, швейцарец вблизи локального максимума. Вот, таким образом, если все-таки пробой еще произойдет, у нас расхождение между ними еще больше усилится, и это создаст отличную возможность для работы на схождение. Извините за посторонние звуки. Избавиться от них не получается. Так, канадец против новозеландского доллара. Спред по чуть-чуть расходился, но снова начал сходиться. В целом идея актуальная, так как она тянется еще с предыдущего фьючерсного контракта. Расхождение между ними достаточно серьезно, и его можно отрабатывать, хоть и небольшим объемом, но уже можно отработать. Между индексами пока ничего интересного. Мы приближаемся к расхождению в 4,5-5%, но пока еще рано об этом говорить. И нефть с мазутом нету расхождения, уже сошлись. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Будем рассматривать активы, которые для вас интересны. Еще раз извините за то, что в лайве не получилось ответить на ваши вопросы. Надеюсь, запись подойдет. Всем хорошей торговой недели. До встречи в пятницу, уже с очень высокой вероятностью в лайве. Всем счастливо!